Спонсор прогноза погоды – сеть магазинов «Одежда для окон». Стильно одетые окна – это правило хорошего тона и доказательство изысканного вкуса. Сеть салонов «Одежда для окон» давно зарекомендовала себя в качестве законодателя моды текстильного интерьера в городе Бердске. Богатый ассортимент используемых тканей и профессионализм дизайнеров позволят вам легко и быстро сделать ваш интерьер неповторимым. Бердск, Лелюха, 7, магазин «Аквариум» и «Ленина, 30». По информации синоптиков Западно-Сибирского метеоагентства, 17 февраля ночью и днем ожидается небольшая облачность без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер южный 2,7 метра в секунду. Ночная температура воздуха -30, -32 градуса, днем 12-14 градусов мороза. 18 февраля без существенных осадков. Ветер юго-западный 3,8, днем порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью -18, -23, местами -25, -30 градусов, днем 10-15 градусов ниже нуля. 19 февраля небольшой снег, слабые метели. Ветер юго-западный 3,8, порывы 10-15 метров в секунду. Температура ночью -15, -20, днем 7-12 градусов мороза. 20 февраля без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Температура ночью -15, -20, местами -23, -28 градусов, днем -5, -10. Автомобиль «Лада» – высокий уровень надежности даже в сибирском климате. Официальный дилер «Лада» – автосалон «Авто-1». Главный спонсор прогноза погоды – автосалон «Авто-1». Говорят, здесь слишком круто, слишком темно, слишком жарко, слишком скользко. Но что для одних слишком, для нас возможность проявить себя. «Лада Веста» от 512 910 рублей. Превосходство на нашей территории. «Авто-1» 330-03-03. Спонсор прогноза погоды – компания «Илосос Сервис Бердск». Откачаем любую яму до дна. Промывка, прочистка канализационных систем. Сливные ямы под ключ. Используем железобетонные кольца собственного производства. Услуги КАМАЗа. Песок, щебень, уголь. Уборка и вывоз снега и мусора. Бестраншейная прокладка труб ГНБ «Кротом». Монтаж водопровода и канализации. Сварка полиэтиленовых труб. Услуги компрессора. Без нас, как без рук. Звоните.